если ты что-то делаешь качественно, реально, неважно, что ты делаешь, трусы женщинам шьешь качественно, неважно, то ты к своему имени, к своей фирме, к своему имени хорошее расположение делаешь. И дальше неважно, что ты продаешь, твоему имени верят. Доверяю. То, что ты делаешь, вот это то, чем я занимаюсь. Почему я хреначу семинар, я должен делать по 6,5 часов по заявке, а я хреначу по 12. Потому что каждый человек, который был на моем семинаре, никогда не скажет. Вот у меня было, блин, где-то около 3000 уже людей. Около 3000 прошло через мои семинары. Пектро. 83 семинара, статистика небольшая, да? Около 3000 человек. Ну, там, я не знаю, ну умножайте там в среднем на 30 человек. 27 человек в среднем. Угу. Сколько это, я хрен его знаю. Ну, 2500 условно. Каждый скажет, что это было очень круто. Это было круто. Все, это не до... этого достаточно. Но я интересовался ценами семинаров. Цены семинара, они, знаете, они от 200... Для России. Это разные деньги. И российские деньги, и иностранные деньги, это разные деньги. Поэтому, если для нас, условно, например, сейчас в Австралии 400 баксов семинар стоит человека, да, ну это дохрена для русских. Потому что у нас разные зарплаты, у нас все разное. У них гамбургер стоит 5 евро, 5 долларов. А у нас гамбургер сколько стоит? 3 доллара. Раз в два. Ну вот тебе, пожалуйста, если это 400 баксов, это самая максимальная цена. Что австралийцы, организаторы так решили, ну, я говорю, ну давай, Австралия богатая страна. А так вообще в среднем, ну, 325, 350, 325 средняя цена на семинар. Я посмотрел, как это называется, регламент или как, этого дня. Да. То есть там подробно все написано. Как, ну, конечно. Ну, то, что вы прочитали, это там 6,5 и 7 часов. Но, как правило, мы работаем 12. А что туда еще включалось? Все то же самое, только дольше. Больше внимания людям. То есть, другой, кто работает просто так, он бы сказал, все, я 6,5 часов 7 отработал, я деньги свои получу, ушел. Нет, для меня важно, чтобы все были довольны, я никогда не тороплюсь. Я думаю, допоздна, потом просто после семинара пивка выпил и спать поехал. Нет, все, все должны быть довольны.